Друзья, привет! Как и обещал, сегодня подробный обзор нового недорогого смартфона Dooji Nova Y 100X. Тело имеет скромный ценник, и купить его сейчас можно за 70 с копейкой баксов. Как и где, написано в описании видео и в текстовой версии обзора на нашем сайте. А сейчас небольшое интро. Комплектацию мы уже рассмотрели в видео с распаковкой. Распаковку смотрим здесь, но чисто для формальности кратенько пробежимся по комплекту. Телефон поставляется в такой коробке, в которой помимо самого смарта вы найдете зарядное устройство на 0,7 ампера, кабель USB, microUSB, дешевую гарнитуру, краткое руководство пользователя, пленку на экран и прозрачный защитный бампер. И сразу переходим к дизайну. Корпус полностью пластиковый, задняя крышка глянцевая. Эта модель есть как в таком белом, так и в черном цвете. Но если на белом пластике следы пальцев не так уж и проявляются, то черный вариант — это просто жесть в этом плане. Черный глянец будет весь в разводах и в следах от пальцев, и без бампера или чехла его юзать не рекомендую. Объектив камеры очень большой, немного выступает над корпусом и размещен по центру верхней части крышки. Под объективом светодиод. В нижней части крышки логотип Dooji и отверстие динамика. Здесь же на задней крышке расположена кнопка управления громкостью. Сделали так, потому что сами торцы очень узкие, поэтому и решили вынести качельку громкости аж на спину смартфона. И я вам скажу, к этому нужно привыкать. Когда смотришь видео или играешь и хочешь отрегулировать в процессе громкость, палец инстинктивно ищет кнопку на торце, но ее там нет. На нижнем торце разъем microUSB и отверстие разговорного микрофона. На верхнем кнопка питания и аудиоджек. На правой грани ничего нет. По всему периметру корпуса проходит узенькая окантовка под металл. Рамки над и под экраном небольшие. На нижней панельке три стандартные сенсорные кнопки без подсветки. Над экраном разместились два датчика – освещение и приближение. Слуховой динамик, фронтальная камера, и поначалу я подумал, что это отверстие микрофона для шумоподавления. Но на самом деле здесь спрятан светодиод подсветки фронтальной камеры. О боковых рамках дисплея расскажу чуть позже, когда будем рассматривать экран. Сборка нормальная, без претензий. Сам смарт очень легкий. Вместе с батареей он весит всего 120 грамм. В руке лежит комфортно, но из-за глянца скользкий подлез. Толщина корпуса не превышает 8 мм, а благодаря таким зализанным к торцам краям крышки он ощущается еще тоньше. Эти закругленные углы, обтекаемые формы, глянцевые крышки давно испробованы на десятках смартфонов от Samsung. Ахалай-махалай! Ну чем не Samsung? Но в целом телефон смотрится симпатично, и выглядит со стороны он однозначно дороже своей истинной стоимости. Дисплей выполнен по технологии 2.5D. Это значит, что стекло ближе к краю корпуса имеет небольшой изгиб и как бы наплывает на торцы. Кстати, именно по этой причине защитная пленка не доходит до торцов. По сути, это типичный пример маркетинга. Да, визуально создается ощущение, что боковые рамки экрана полностью отсутствуют, но стоит только включить экран, и мы видим, что рамки есть и ширина их достигает 3 мм. Но когда экран выключен, лицевая часть смартфона выглядит и правда классно и современно. Заявлено, что дисплей защищен стеклом Gorilla. Тут и утверждать ничего не могу. Если с такой ценой тут и правда Gorilla, то честь и хвала производителю. А если обманули, пусть останется на их совести. Но одного у этого экрана не отнять. Он качественный. Выполнен по технологии OGS, имеет HD разрешение и диагональ 5 дюймов. К углам обзора не придраться, картинка выглядит сочно, контрастно и четко. Мультитач отрабатывает 5 точек, отзывчивость на касание хорошая, запас яркости приличный, и его хватает для более-менее комфортного использования на солнце. На таком дисплее приятно и фильм посмотреть, и в интернете полазить, и в игрушку пошпилить. Опять же, с оглядкой на цену следует признать, что экран у Dooji Nova Y 100X просто песня. Смартфон построен на бюджетной платформе, которая включает 4-ядерный процессор MediaTek MT6582 с частотой 1,3 ГГц, видеочип Mali 400MP, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ пользовательской памяти с возможностью расширения картами. По факту пользователю доступно около 5 ГБ встроенной памяти. Железо далеко не новое, и на нем выпущены уже сотни бюджетных смартфонов. Да, смарт не игровой, но это не мешает ему тянуть даже тяжелые игры, пусть и не на максимальных настройках графики.
Вы знаете, я уже не удивляюсь, когда некоторые личности, начитавшись гиковских форумов, начинают в комментах к бюджетным смартфонам строчить свои высеры. И что они пишут? 1 гиг оперативы в наше время — это очень мало. Процессор — говно. Бля, ну жертвы маркетинга, как их еще назвать? При этом они почему-то не смотрят на разницу в цене между бюджетками и флагманами. Этим клоунам маркетологи втюхивают смарты с 4 гигами оперативы, необходимость которых в смартфоне под большим-большим вопросом. И этих больных людей становится все больше. Им сейчас покажи анонс смарта с 16-ядерным процессором и 8 гигами оперативки, и они, истекая слюной, начнут копить на него бабки. Я вам серьезно говорю, я извиняюсь, конечно, но накипело уже. Ребят, у всех есть вас мама, может сестра, у кого-то жена или дочка. А именно женщину или девушку я вижу обладательницей этого смартфона в белом корпусе. Так вот, 99% женщин глубоко насрать, какой там процессор стоит, сколько там оперативы. Да большинство из них вообще не знает, что такое оперативная память и для чего она нужна. Для них важно, чтобы телефон звонил, был красивым, экран качественный, одноклассники ВКонтакте, Вайберы работали, злые птички из рогаток вылетали и миньон быстро бегал и прыгал. И со всеми повседневными задачами Дуджи Nova Y100X справляется в легкую. Короче, все тут с производительностью хорошо за 75 баксов. И на этом точка. Как вы уже поняли, здесь стоит 5-й Android, если точнее версия 5.0. Предусмотрены беспроводные обновления, но на данный момент их пока нет для этого нового аппарата. В настройках я не нашел каких-либо оригинальных фишек. Управление жестами и мало кем используемую функцию Hot Knot для передачи данных трудно отнести к оригинальным фишкам. Интерфейс выполнен в темных и мрачных тонах. Отмечу крайне малое количество предустановленных обоев. Их здесь всего 5 штук, и опять же все черные или темно-синие. И это не просто так, не просто. Дело в том, что при темном интерфейсе как раз таки и не видны рамки по бокам экрана. Так что все тут продумано. Ну естественно, ничто вам не мешает зайти в Play Market, а он уже предустановлен, и загрузить лаунчер или обои повеселее и поярче. Были предустановлены карты Google, DigiX Sender для обмена файлами с ПК или другими смартфонами, программка Documents to Go для работы с док и PDF файлами, фонарик и Go клавиатура. Все остальное по стандарту. Русификация хорошая, корявый перевод встречается только в дебрях, например, в настройках функции управления жестами. Работает интерфейс быстро, стабильно, и к программной части у меня особых замечаний не возникло. Если бы тут еще и камеры были классными, то смарт просто превзошел бы все мои ожидания. Но заплатив до $80 за смарт, мы получаем камеры, которые полностью соответствуют этой цене. Как я уже сказал, фронталка имеет подсветку, она 5-мегапиксельная, автофокуса нет, зато есть обнаружение лиц, которое я однозначно рекомендую использовать в лицевой камере. Четкость снимков средненькая, качественные селфи с ней сделать сложновато, для видеосвязи ее хватит с головой. Основная камера 8-мегапиксельная, настройки все стандартные, фотографии более-менее нормального качества можно делать только при естественном свете, при контровом освещении даже не пытайтесь снимать, получатся пересвеченные снимки. Фотки объектов на близкой дистанции, фото текстовых документов выходят нормально. Общим планом не хватает четкости. И вообще у меня сложилось впечатление, что реальное разрешение камеры равно 2 мегапикселя у фронталки и 5 мегапикселей у основной. Остальное — это интерполяция. Но тут я утверждать ничего не могу, это лишь мое предположение. Одно я знаю точно, у прошлогоднего бюджетника Dudji Valencia DG800, обзор которого я делал совсем недавно, камеры получше. Вспышка нормальная, достаточно яркая, фонарик из нее получится хороший. С видеосъемкой тоже чудес не случилось, если объекты вблизи выглядят относительно четко, то на общих планах видна пикселизация. На выходе получаем 3GP видеофайлы с разрешением 1080 точек по вертикали, частотой 30 кадров в секунду и битрейтом 17000 килобит в секунду. Звук пишется неплохо, в стереорежиме есть функция шумоподавления, которая и правда работает и уменьшает шум ветра, я это заметил при съемке тестовых сэмплов. Dudji Nova Y100X, проверка видеосъемки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Качество звука. Дует небольшой ветер. Шумоподавление включено. Исходники фотографий и видеофайлов с камер Dudji Nova Y100X вы можете скачать по ссылке в текстовом обзоре на нашем сайте. По китайской народной традиции в Dudji Nova Y100X мы имеем два слота для сим-карт. Один слот под привычные мини-сим-карточки, а под ним находится слот для микросим и рычажок для ее извлечения. Здесь слот под карту памяти. Основной динамик орет достаточно громко, конечно, нет даже намеков на низкие частоты, но это вам и не музыкальный смарт. Thank you.
Аппарат рассчитан на работу в сетях GSM и 3G, связь держит нормально. Прием сигнала Wi-Fi уверенный, при удалении от роутера на 10 метров через две стены уровень сигнала остается очень даже приличным. Буквально за 30 секунд смартфон поймал 5 спутников при первом запуске GPS и определил свое местонахождение, так что GPS вполне рабочий из коробки. Батарея заявлена на 2200 мАч, но мы-то знаем, что в Дуджи ой как любят завышать этот показатель в официальных спецификациях. Вес аккумулятора 32 грамма. Заявленная емкость здесь вряд ли присутствует, и было бы очень хорошо, если бы в батарейке имелось хотя бы 2000 честных мАч. При постоянно активном экране смарт разрядится за несколько часов, но если его юзать в реальных условиях, звонки, периодический выход в интернет, включенный Wi-Fi, то с утра до вечера он, конечно, протянет. Активным пользователям придется таскать с собой зарядку или пауэрбанк. Основных плюсов у этого смартфона три. Это отличный, сочный и большой HD-дисплей, приятный современный дизайн и, конечно, низкая цена. И экран, и дизайн здесь выглядят дороже реальной цены смартфона. Камеры и автономность полностью соответствуют цене. Могу ли я рекомендовать Dooji Nova Y100X к покупке? Да, этот смартфон способен удовлетворить запросы рядового пользователя, который не заморачивается на гигагерцах и гигабайтах, а просто хочет получить красивый и приятный в использовании новый смартфон за минимальные деньги. И на этом я закругляюсь и говорю вам пока. Заглядывайте на канал.